С 1 января 2019 года неработающим пенсионерам и инвалидам дадут льготу на капремонт. Сегодня члены Кабинета министров Чувашии одобрили проект документа, благодаря которому появится возможность расширить круг лиц, которым будет предоставляться компенсация расходов на капремонт. В настоящее время ее получают только 70-80-летние граждане, живущие одни или вместе с неработающими членами семьи, которые также являются пенсионерами. С учетом проекта закона предлагается расширить проживающих в составе семьи не только совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, а также неработающих инвалидов первой и второй группы, независимо от возраста, пола, которые являются членом этой семьи. Таким образом, эту компенсацию в 2019 году в нашей республике будут получать почти на 900 человек больше. Члены заседания одобрили и проект закона о прожиточном минимуме пенсионеров республики. В 2019 году эта величина останется на уровне этого года и составит 7953 рубля. Данная величина рассчитана на основании потребительской корзины, которая установлена в соответствии с законом Чувашской республики от 6 марта о потребительской корзине Чувашской республики. С учетом индекса потребительских цен на 2018 год, по прогнозу отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, в 2019 году социальная доплата к пенсии будет произведена 31 700 получателям пенсии. Расходы на ее реализацию составят 672 миллиона рублей. Отметим, что сегодня, с учетом проведенных индексаций, в Чувашии средний размер страховой пенсии составляет почти 13 тысяч, средний размер социальной пенсии – 7 700 рублей, средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы – 12 000 рублей.